Здорово. Так. Так, давай, Дивола, заканчивай. А, в общем, я нахожусь в таверне, мы сейчас дадим квест. I brought the stuff you asked for. Ah, perfect. I'll make the medicine right now. Since you've already been such a help, could you deliver this to my grandmother? She's at the fountain by the library. Okay, I'll get it to her as soon as I can. Так, надо отнести еще эликсир. Окей. Что-то я вроде бы еще выполнил. Может быть и нет. Я вне стрима побегал, пособирал всевозможный мусор. Мэм, I have something for you. Oh, what a nice young man. Now I can finally walk around without pain. Don't work yourself too hard, ma'am. I won't, Sonny. And here, let me give you something for all your help. Don't spend it all in one place now. Так, хорошо, еще один квест выполнили. А, в общем, я на прошлом стриме говорил, что нашего протагониста зовут вроде как Нинир, и вообще имя его не называлось. Но в расшифровке аудиограмм прям, я не знаю, указано, что главного героя зовут Нир. То есть его реплики подписаны как Нир. Так что, блин, здесь нужен какой-нибудь лоровед для объяснения каких-то моментов. Также я немножко решил напомнить сюжетик событий до этой части, что было. И я еще сказал, ну, нашел еще одну ошибку в своих рассуждениях. В общем, я говорил, что проект Гештальт разделяет тело и душу. На самом деле нет. Если я правильно понял, ну, я называл репликантами как тела, то есть оболочками, да, бездушными. Ну, на самом деле так оно и есть, но оболочка это не оригинальная. То есть, на самом деле, гештальтизации, во время гештальтизации, я так понимаю, теряется оболочка. Поэтому с помощью гештальта можно воссоздать репликанта для дальнейшей транспортировки души в сосуд. Вот так вот. Что я тут пожалел, что я не убил сразу всех барашков. Потому что их стало меньше. Надо было сразу их убивать до... Ну, во время, в общем, первого выхода надо было их резать, чтобы в дальнейшем не надо было лутаться с них. Платину в игре я вряд ли выбью. Надо будет пройти игру около 4 раз. Что проблематично. Кстати, кабанчик, возможно, надо этого кабанчика надо убивать. Но я не уверен. Вообще, есть еще один большой кабанчик.
я не успел увернуться. И меня почти убило. Он меня убил, да? Может быть, и не этого кабанчика надо убить. Континь. Интересно. Так. Ну, отлично, что я начинаю отсюда. Хорошо. То есть игра сейвится. Ну вообще вроде можно было этого кабана убить. Так, впервые умер, забираем быстрее с него. Здорово, мы вроде. Как дела? Я вроде бы убивал кабана этого. Ну ё-моё, чё они пропадают так быстро? Вчера смотрел, но спать сильно хотелось, так и уснул. Ну, зачем организм мучить? Если хочется, то нужно спать. Я порой на стримах сплю. Так, стоять, где кабан? Вторая часть отпуска? А чё я так быстро его убил? А, так я его не убил. Ты как-то, блин, по моим ощущениям, у тебя постоянно отпуск. Поделил на два отпуска, окей. Так, это была плохая идея, да? По две недели. Наконец-то подошел. Так, я что-то отвлекся. Я отвлекся, меня убили.
Ладно, забьем на этого кабана. Какой-то он неподъемный сейчас. Этих коров убивать. Я надеюсь, лут, который падает, у меня сохраняется с них, блин, или нет. Наверное, нихера не сохраняется. Так, быстрее собираем, пока они не исчезли. Можно просто из поля видимости их не терять, чтобы они не исчезали. Так, а где еще одна корова? Точнее, не корова, а... барашек. Странно. И на карте нет. Вообще их 5 должно было быть. Да, я что-то оставил, я не знаю. Что, вернуть обратно цвет? Если надо, могу вернуть свет. В принципе. Без проблем. Просто у меня иногда-то, когда я днем стримлю, свет так неудачно падает. И получается лицо то красное, то еще какое-то. Тут частенько у меня такое ощущение, что я пьяный, потому что как-то у меня красные шторы, они просвечиваются, как-то так тень ложится, что у меня нос весь красный. Поэтому что-то решил... Пусть будет ЧБ, но можно вернуть, в принципе. Вот так. Банчик чувствую приполз. Так, у нас сейчас кайны будут или нет? Я не помню. It appears to be deserted. Кстати, Гримуар Вейс — это участник одного из крестовых походов по убийству Легиона. Их там после третьего крестового похода было выживших солдат, да, 10 штук, что-то около того. И их заставили драться друг с другом для того, чтобы...
получить два магических артефакта в виде книги. То есть Гримуар Нуар и Гримуар Вейс. Так, сейчас ничего здесь не происходит, да, я помню, потому что она будет позже подойти. Это как раз вот лунный этот цветок, необходимый нам. Который вроде как по легенде лечит все и всюду. А нам этот Орлин, или как его там назывался, что-то с Орлом связано. Орлиное гнездо. Так, ну тут уже никого сейчас не будет. This is a weird place for a village. How are we supposed to reach the chief's house? Кстати, оказывается, что я вот этот момент пропускал, но Нир, ну Нир, оригинальный Нир, так сказать, то есть не репликант, а человек. Знаком с Кайне. Вот. А вот непосредственно репликант Нир с репликант Кайны незнакомы. Такой-то парадокс. Так, почему не ломается? Надо будет там цветы еще садить. Потом как-нибудь. Так. Еще мы полезем. Вообще нам вниз, насколько я помню. Но можно наверх склазить, посмотреть, что там есть. Оно стешится. Пить, что ли, буду? Не должен. Is anyone even here? We don't trust your kind. А, если я ничего не путаю, вроде бы в этой деревне люди добровольно впустили теней в свои тела. Но, возможно, я путаю. А нет, кстати, так нужно туда добраться. Я не помню, что с этим магией делать. I'm looking for someone who knows about the sealed verses. You just like her, like Kaine. Well, this appears to be a glorious waste of time. Если честно. Hey there. Leave our village at once. What? Please, just listen to me. Cursed. You are cursed. Hmm.
Насколько я помню, подождите, яйцо вроде бы здесь появляется, нет? Или снизу? This must be the chief's house. Who goes there? Well, we're... Be gone, strangers! Wait, listen to... Enough. Leave this village at once and never return. What a pathetic bunch of rabble. Hello, sir. I have a package for you. It's broken. Go away. What? Guess we'd better go back and tell the client what happened. It would appear there are no powerful shades here. The sealed verses would never be found in such a place. Yeah. Let's go talk to Popola and figure out a new plan. Так, давайте-ка вниз лазим. Там вроде бы, кстати, можно было и вниз спуститься. Да, там вон лестница была, блин. Так, я не знаю, нахрен сюда попёрся вообще. Здесь нихера сейчас нет уже. Ну ладно, давайте уже до конца зачистим, да? Так, зря я так сделал. Yeah.
Так, а тут можно спрыгнуть? Вроде как можно. Чтобы не ходить потом кругами. Так, погодите-ка. Мне надо наверх. На годовщину с женой шампусик пили. Хороший вопрос. Что-то пили. Не помню что. Нет, вроде бы вообще ничего не пили тут. В общем, годовщина выдалась немножко не вовремя, так сказать. Ну типа, поверь, я такое, я просто своими болячками все пропустил. У меня, короче, в общем, родственник умер. Поэтому мы особо не отмечали годовщину. Так, можно валить сюда? Ну там вообще, если не ошибаюсь, вроде бы после свадьбы две бутылки шампанского. То есть сохраняют, одну выпивают на годовщину, а вторую выпивают на рождение первого ребенка, да? Вроде было так, насколько я помню. Ну, никогда не поздно отметить. Ну, это да. Так, видите, надо сохранить. Сейчас же это будет кайны, да? Мы тоже с женой не пили. Выпить никогда не поздно. Так, теперь он решил подойти все-таки к этим цветочкам. О, здорово, Раджан. Просто потому что... Я что-то не понял, уже дети пошли? Нет. Еще не пошли. Nice flowers. Those are lunar tears, legendary flowers of almost perfect beauty. You're kidding. Those are the ones I told Yona about. Hands off the flowers. Vice, why is that lady in her underwear? I fear we have greater issues to deal with. Wait, is she a shade? Нет, она не шейд, у нее там тиран в руке сидит. Будешь бить меня? Что она вообще ничего не делает? Что только это изменит? Не, давай хотя бы подеремся нормально. Ладно, давай без магии.
we get her? Не пили, потому что не пьем. Ну, тоже. Здоровый образ. ЗОЖ там. Одобряю. Вид. Так, надо было Are these guys shades too? I didn't know shades could get that big. The scale of this one is like nothing you've encountered before. Ready your guard. Да подпрыгни, господи, нет. Die! I'm gonna pull out your teeth and cram them up your ass. That woman's mouth is as fierce as her sword work. Let's just focus on defeating this thing. Он так же легко проходился на норме. Are disappearing. У нее рука же не родная, да? Is she human? This one has been possessed by a shade. She exists as neither fully human nor other. I feel bad for treating her like one of those things. We have to help her. Да подождите-ка. Не помню, кстати. А, почему дамаг такой? Почему так быстро убил? У меня же, блин, DLC-шный кинжал, который на 50 пунктов больше дамажит, чем обычный. You're awake. You. I'm sorry we attacked you. We thought you were a shade. You're half right.
Now get the hell out of here. Now see here. We made our apologies and came to your aid. The least you can do is grace us with your name. It's okay, Vice. She's probably just exhausted. My name's Kaine. Ah, the name we heard back in the village. Look, nothing good is gonna happen if you stick with me. So do like I said and go. Короче, во время гештальтизации у возможны... Oh, one more thing. That monster back there, it's mine. Stay the hell away from it. Ты все сказала? Get lost already. A half-human and a giant shade. She's kind of pretty, but she's really intense. Интересная дама. В общем, во время гештальтизации возможны нарушения при полном копировании генома, да, человека. И если, конечно, там процесс состоит из копирования генома, не знаю. В общем, возможны ошибки при гештальтизации, при которых теряется, приходится потеря какой-то информации, да, и дальнейшее возвращение гештальта в тело репликанта, возможно, произойдет со сбоями какими-то. Такое произошло во время гештальтизации Йоны непосредственно. Поэтому ученые, которые занимались этой фигней, Ниру как раз и не рассказывали, дабы он собирал эти частички... чего там, магии, вот это вот, которая остается после убийства, я так понимаю, легиона, что ли. Тут опять нужен Ларовет. И по этой же причине, ну и не только по этой причине, Кайны как раз является гермафродитом. Вообще, она вроде как не рождена в виде человека, да, а была выращена в лабораторных условиях, поэтому при гештальтизации произошел какой-то сбой, и создание репликанта, то есть, повлекло возникновению двух полов. Ну, двух половых признаков. И мужских, и женских. Вот что оно. Ну да, такое. Йокотара. Опять же... ну, можно чекнуть Йону. I'm worried about Yona. Let's... Хорошо. Тут, конечно, нам бы не помешал Дитка, который когда-то приходил на наши стримы. Он... заслуженный ларовед. Мне бы такую траву курнуть. Ну да. Не знаю, что там употреблял Йокотара во время написания сюжета. Но, видимо, что-то интересное. Ну, вроде, а ты вроде тоже же шаришь, да, по лору, или нет, или я путаю? There must be a sealed verse inside that enormous shade. I'm certain of it. Maybe. But there's no way we can take that thing on now. I need to get stronger. Нет, я нубик, да? Значит, я ошибаюсь. Ни в какую, ага. Понял.
Ну, в общем, мне как-то после прохождения Дракенгарда третьего, да, мне Дитка подкидывал инфу там различную, дал группу, в которой можно почитать кое-какие новелки. Я начинал это читать, потом как-то немножко подугасло, в общем, потому что там информации дохренища, надо смотреть, надо читать, надо во всем этом разбираться. Это показалось для меня сильно муторным на тот момент. Я там кое-что почитал по лору именно по прологу к Дракенгарду третьему. Ну, до Нира что-то так и не добрался. Потому что хотелось с самого начала все поизучать. Так, курицы, вы где яйца отложили, а? Мне, по идее, яйцо нужно куриное отдать по квесту. А это что у нас? Ага, это вроде бы... Может быть, и нет. Ну, это защита, значит, там увеличение урона. 500 баблишка. Йона? Йона, what is it? It hurts. Oh, Йона. I'll go get some medicine, okay? Just hang on. Wait. What is it? Just don't do anything dangerous. Stop worrying already. Да, не буду ничего делать опасного. Так, и надо нам... Деволи. Или по полю. Appears to be advancing at a furious rate. She needs something to stop her pain. Let's see if Popola has any... По полю, да. Ничего не лежит. По полу они сошли с ума. Hey, Popola, do you have any pain medicine? Pain medicine? It's for Yona. Her pain is... It's getting really bad. That poor girl. Well, I guess we could try a shaman fish. Я, кстати, так и недопонял, почему Black Skrull, это же свидетельствует о том, что человек начал процесс гештальтизации. Поэтому в прологе, когда мы начали играть, когда Йона докоснулась до книги, да, до гримуара, Нуар, да? Да, там гримуар-нуар был. Пошел процесс гештальтизации. Но процесса гештальтизации у Нира не произошло, потому что он какой-то там... У него особая ДНК, одна там, единственная там на все человечество, насколько известно, которая, в общем, не... Ну, там, в общем... Там долго объяснять, на самом деле. Как оказалось, что гештальты в процессе ожидания... 70% гештальта подвержены каким-то там родом мутациям, в общем, и, то есть, души начинают впадать в безумие и превращаться вроде как в теней, если я правильно понимаю. Но вот Нир, у него процесс гештальтизации идет по-другому, то есть он какой-то там первородный гештальт, грубо говоря, то есть особый, поэтому на него не действует эта фигня, поэтому он был выбран в качестве... или Иисуса какого-то, не знаю. What's that? Что-то типа того. Нужны опять лароведы. It's a fish found near seafront. Their livers contain a chemical that's said to dull even the strongest pain. Просто мне кажется, что я понимаю, но... С другой стороны, кажется, что я не понимаю, что я не до конца понял суть всего происходящего. Хоть звони Юкатара и спрашивай. That sounds perfect. How do I get there? Да. You can find Seafront out past the southern plains.
Окей. Shades have been spotted there recently, though, so be careful. Хорошо, можно сходить. А, подожди, надо же я сказать про этот. Ah, good. Just the man I needed. Could you gather two medicinal herbs from the Northern Plains for me? I've been exhausted lately, and I need a boost. They usually grow in patches of grass or by the bases of trees. I don't think they'll be too hard to find. Two medicinal herbs. You got it. Так, ну давай, Thanks отдадим. Thanks for securing those herbs for me. I must... Вот так вот быстро прошли мы квест. Она попросила две хилки ей притащить. Я просто отдал из своего кармана. Так, мне говорят, надо в прибрежный городок сходить, дабы найти лекарство от боли для Йоны. Так, а тут все квесты отмечаются, да? Ага. То есть смотрел. Яйцо не нашли. Это мы за цветочком пойдем сходим. Кстати, можно отнести. Я же тут разбил кое-что. I'm so sorry, but your package got damaged during delivery. Yeah, I thought that might happen. Should have bought the guy a nice steel rod or something. Anyway, I've got another one here, so maybe you could try the deliver. Если я не путаю, возможно, я и путаю. Надо просто сейчас более подробно сделать. Перевод. Странно, какая-то музыка пропадает. Так. Ctrl-Z. Так, самую верхнюю точку гнезда надо доставить, да? Посылка хрупкая, поэтому мы не перекатываемся. И надо стараться, чтобы меня никто не атаковал.
тут он умер, да, тоже. Барашек наш. Самая верхняя точка, это вроде бы как раз вот этот дом кого там? Хозяина, в общем, дом. Старосты. Давайте, наверное, сохранимся. То, что есть... О, 7-й левел, кстати. Сейчас вроде никого нету. Можно спокойно доставить груз. Ну, вообще там выше есть, кстати. Hello, sir. I have a package for you. For me? Yes, fine. Just leave it and go. Okay then. Guess that counts as him accepting it. I'll go tell the client we're done. Ну и все. Она куда-то ушла. Можно любить этого быка? Овцы. Get out of my way! I have to save Yona! Calm down. You cannot prevail if you are blinded with rage. Okay.
Тут вроде бы надо убить 100 овец для чего-то там. Если я ничего не путаю. Надо было убивать их опять же раньше. Но теперь будем всегда, когда будем проходить, будем стараться убивать всех овец. Там, кстати, не овцы, там козы. То есть получается на локации всего 10 овец. Кстати, этого кабана так и не видно. Только если это не тот кабан, который там. Вроде бы нет. Chickens in this village like to lay their eggs in high places for some reason. Maybe that'll help you find where they're hidden. Sure. На возвышенностях. А курицы откладывают яйца на возвышенности. Maybe. Чё, maybe? Библиотека, чё? The chickens. Maybe we should check out the fountain by the library. Чё? Ты хочешь что-то в библиотеке прочитать? А, фонтан у библиотеки. Или что ли? Look at that. No wonder they've been so hard to find. Рили. Вот так вот мы и нашли яйцо. Hey, oh, that's great. It was behind the broken wall by the fountain. I guess they like hiding them in shadowy, out-of-the-way places. Well, that's the first place I'll look next time. Here's your payment. Thanks again. Okay. Так, а что у тебя есть? Make sure you... Come back. Here's your mutton, ma'am. Oh, thank you. I swear these children of mine just love their mutton. If you ever find any more, I'll be happy to buy it. Так что-то она тоже просила. Some of the gate guard, they claimed. Here's your. Oh, thank you. I swear these children of mine just love. Here's your mutton, ma'am. Oh, thank you. Это баг.
Here's your... Oh, thank... Here's... Oh, thank... Он деньги у него увеличиваются. А, 1000... 13 тысяч, да? Here's your... Oh, thank... Please... Please get that mutton. My kids are driving me crazy. А, нет, понятно. Я ей... Муттон, это что там? Овечья шкура или что? Я ей все отдал. Тут уже можно квест дать какому-то чуваку. Вот это вот. Солдафон, что-то я выбежал, забыл совсем про него. We're all set with your... Hope everything went smooth. He can be a little weird to strangers, but he's a good guy at heart. Anyway, I've got a little something for you. Окей. С ней можно будет сбагривать это, что ли? Что я не помню, что такое было. Там какой-то еще квест, таверни. Нарисовался. Hey, do you have time for a little side job? I'll make the time. What? I was hoping you could go to the Airy and get an eagle egg for me. Oh ho! It sounds as if someone is brewing up another batch of vice. The Airy is full of shades, so you're the only ones I can ask. Come on, vice. Попросила нас принести, а у меня разве его нету? Яйцо, в общем, орлиное. Я вне стрима сбегаю, соберу его. Какой смысл сейчас туда нестись за этим яйцом? Да? Мы там только что были. И как раз овец поубиваю, дабы залутать деньги. У нас еще карты этой местности нету. Интересно. Так, тут есть тоже какие-то создания интересные. Материал для прокачки оружия в будущем. Is under attack. Yep. Да ёпте, вот зачем вы показываете мне эти надписи?
you saved me. Things are getting really bad here lately. Here, take this. Make good use of it, all right? Так, он мне подогнал меч, кстати. Но они до сих пор слабее, чем мой. Слова какие-то отстойные мне. Извини, конечно, но кушать хочется. Поэтому приходится вас убивать. Так, чё, в поместье к Эмилю можно не заходить, наверное, да? Паука убить. Ёпте. Да, рановато заходить это, по месте к Эмилю. Коль пауки такие мощные. А когда появится кабан, интересно, на котором можно будет кататься? В какой момент? Ненавижу этот город, кстати. Слишком очень много всяких закуточков. А, это бабушка, которая вроде бы ждет своего суженого, который уплыл куда-то. Что-то такое. I doubt we'll have much luck blundering about blindly for a shaman fish. What should we do? I don't even know what one looks like, so if you've got a better idea, I'm all ears. Perhaps we could try asking some of the townspeople for advice. Works for me. Heck, we might even find a place that sells them. This town, end of the sea. I'll be. Насколько я помню, прячется, да? Они там в прятки играют с кем-то.
Что-то я ни одной коробки не нашел, хотя должен был. Asking the old man up by the key. If anyone knows, it'll be him. Квестов нету никаких. Сразу на почту зайти. My legs. Что-то сделал неправильно. Аня, все окей. Черный персик, что ли? Уполз уже. Это со временем. А, отлично, еще. А вот в чем, кстати, проблема, что у меня с камерой. Здесь как-то что-то, видимо, клинит. И она отрубается. Так, окей. My leg. Заданий никаких нету, то это можно валить. Смело можно валить. Так, вроде мне надо на рынок сходить, прикупить там кое-что. Чувак, честно, попросит нас рыбу половить. Э? Shaman fish? Oh, sure. They're a cinch. Practically jump into the net they do. But I won't do it for you. So take this pole and go fish one up yourself. Oh, and you can't catch them here at the pier. Go dip your line at the big beach on the west side of town. How do you fish? Is that a serious question? You gotta move your body away from where the fish is going. Here, let me give you a lure while I'm at it. Fishing is a test of wills between man and beast. Never give up the fight. Let's head over to... You can get... Let's head over to that beach the fisherman mentioned. А разве были тут котики эти? Не помню. Так, где-то меня по какому-то квесту просили что-то там купить.
Тулим Булмб. We've got... See you later. Fish is great for... Whoa! Welcome! Надо бы купить, но потом. Сколько, три там надо? Thanks for your... Да, три, окей. О, какое-то обучение я проскипал. К сожалению. Я не помню, как ее ловить. Все равно не помню, как ее ловить. Вроде противоположную сторону тянуть. Чего? В смысле? Подожди. Ну, поплывок теряется. Окей. Рыбу я тоже, наверное, буду вниз Рима ловить по квесту. Потому что это нудно, муторно и долго. Нам на маяк, да?
Нет? Hold it. I said hold it. Over here. How can you just ignore an old woman in need? Oh, I weep for this generation. The children of this age are nothing but selfish, heartless cads. Are you talking about me? Oh, ignore her. We've a quest to complete. People like that are best left to their own devices. Oh, 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 the pain! What's wrong? Is everything okay? My illness has returned. It must have been the shock of seeing this rude, floating book. Rude? Book? Now, see here, madam. I'll have you know. You did this. Oh, what a terrible thing you are. Why, you insolent crone? How dare you address me like some common paperback? Vice, knock it off. You there, would you truly abandon a pitiful old woman to this cruel world? Are you asking me? Oh, do please ask me. How can we help you, ma'am? Oh, good heavens! I can't believe how much cajoling that took. Our apologies, ma'am. I am at a loss as to what aid we could possibly give a woman who is so clearly able to talk her way into anything. Она, кстати, вроде бы умрет, не дождавшись письма. I need you to go to the post office and tell them to deliver my mail. Да. I can't fathom why they haven't been here. Она там на почте все задолбала уже. Okay, we're going. Так, знаете что? Где? Давайте сделаем потише музыку. У тебя же тоже квест был, вроде бы, не? Что-то там на маяке можно надыбать. Насколько я помню. Или нет? Что-то было. В общем, бабушка нас отправила на почту. Короче, там дело такое, что на самом деле ее суженый ряженый, да, все дела, он, насколько я помню, то ли умер, то ли пропал куда-то вообще без вести. И ей там писал сам хозяин почты все это время, катал ей письма, дабы типа она не расстраивалась. Я тоже проводил такую дилемму на тех стримах по нейрорепликанту, да, что правильно ли он это делал, то есть вводя ее в заблуждение. Она могла бы жить своей жизнью, а так она просто ждала его. Hey, so there's some old lady who yelled at us to come here and check on her mail and... Oh, you mean the lighthouse lady? The very same. Now could you please deliver her parcels and silence her flapping gums?
Sorry, but I injured my leg. I won't be delivering anything for a while. Oh, that's too bad. Maybe we can... A hurt leg? What about your sacred postman's oath? Neither wind nor sleet nor terrible monsters of the night shall keep thee from... Hey, if your leg hurts, we'll just deliver it for you. Oh, that would be a huge help. Just be careful, all right? That lady has a bit of a temper. You don't say. Oh, you know, since you're here... Oh, what is it now? You're from Popola's village, right? Yeah, how do you know? Huh? Well, you're dressed differently and you just have a certain air about you, I guess. Anyway, would you mind taking this letter to Popola when you go back? Sure. We might as well take the postman's oath ourselves. Так, и куда мне, кстати, идти? It's funny. We got the lick. Отлично, хоть карту надо брать. Куда мне идти-то? Подожди, так мне к ней надо, да? А, она мне даст что-то, вроде бы, там нет. Ушла. I don't hear the crone, and I'm sure I would if she were here. They call her the lighthouse lady. Well, let's go check the lighthouse. Lighthouse. Маяк. What an absurd waste of time this is. Бабушка, вы где? Специально ж повыше забралась, да? Oh, what do you want? We have retrieved your letter. The postman hurt his leg. That's why he... That's no excuse. It's his job to deliver the mail, no matter what. Didn't he take the postman's oath? The thought that anyone would actually bother to write you a letter staggers the imagination. Such a rude book. I'll have you know this is from someone very dear to me. Well, I suppose I should give you something for your trouble. А, они там, блин, всем городом сговорились, короче, и писали ей письма, дабы она оставалась на этом маяке. The thought that it... Such a rule! We need to get the shaman fish to Yona. Квесты тут, конечно, прикольные, то есть с интересными развязками, но, блин, на самом деле зачастую нудноватые. В плане того, что у них схема одна, идешь в одну сторону,
берешь одну вещь, несешь в другую сторону. И так продолжается. Ну, есть, конечно, исключения, где там надо поиски устраивать какого-нибудь чувака. Там, типа, вот это поиски яйца, там. Ну, на самом деле, это редко такое попадается. В основном беготня туда-сюда. Да ёб тебя. Дождался момента, да, пока я начну лутаться. И напал на меня. Все залутали. Тут? Ну, понятно что-то. Так, кто мне тут? Ты кто? Hey, you there? Have you seen my Max around? Max? Sorry, I don't know a Max. Собаку. Max is my dog. He's been missing since yesterday. Oh, I see. Any idea where he went? He usually likes to run around the northern plains. Most of the time, he just comes and goes, but I haven't seen him in over a day. I'll keep an eye out. If I find him, I'll make sure to bring him back. Я вроде помню, где его собака. Is something wrong? Oh, it's nothing. Just a little choked up about my dog is all. All right, if you say so. Я вроде даже помню, где его собака находится. Тут два квеста. А, один по полю надо сбагрить, что-то там письмо, да? Hey, you ever heard Devola and Popola sing? Sure, Devola sings here all the time. I ain't talking about that. I'm talking about the two of them singing together. No. I've never seen that. They used to come here and sing all the time. Lately, they're so busy. Hey, I know.
You ought to get him to come back and sing for us. Sure. I suppose I am kind of curious. Hey, Devila, can I ask you a favor? You're asking me for a favor? Well, now I've heard everything. What's up? I heard you and Popola used to sing at the tavern. I never got a chance to hear it, so... Wait, you want to hear us sing? Popola's been swamped lately, so I haven't sung with her in forever. But hey, if she's up for it, I'm willing. Хорошо, так, кому надо сбагрить? Квест. А, вот это девахи. Точно, точно. I bought your tulip bulbs. Thanks. Here's the money. Так, можно сеять наконец-то. Oh, I forgot. I was going to ask you to get some fertilizer as well. Next time you're in Seafront, can you pick up 3 bounty fertilizers for me? Ты не могла попросить у меня все сразу? Sure thing. Excuse me, but can you help me deliver a large serving tray to the town of Seafront? I'd be happy to. Wonderful. Just take it to the tavern, okay? Oh, and make sure not to jump around or fall over or anything. It's a very fragile tray. Я не зашел, забыл совсем. Please get that. Странно, что у нее квест не отваливается. Crap. Блин, did not sound good. I think we broke something. Well, there is little point in finishing the delivery now. А кто мне что дал, что я пропустил этот момент? Yeah, I guess. Кто мне что дал? Понятно, тот дед как раз мне и дал это. Ну, сорян. Can I ask you a favor, Popola? Sure. What is it? I heard you and Devila used to sing together at the tavern, and I was wondering... Oh, goodness. Well, yes, it's true we used to sing there, but I haven't done that in some time. Too busy? That's part of it. But also, I need a certain drink before I can sing in public. I'm a little shy, if you know what I mean. Ей надо выпить. Well, that should be no problem, right? It's a tavern, after all. Actually, the stuff I like to drink is pretty rare. Still, they used to order it from the tavern in Seafront from time to time, so... Чтобы спеть в таре, я не смысле имеется в виду. You could try asking there... Так. Have you tracked? Да, схожу, куплю тебе. Давай сейчас бегаем, сразу пса найдем. Там в канавке будет тусоваться.
Заодно и барашков поубиваем. О, барашков опять много. Я сейчас всех поубиваю, потому что мне нужно их мясо. Если чувиха будет давать мне по 1500 за каждую овцу, то это вообще будет отлично. Ну, за мясо, да? Блин, слишком много убил за раз. Ну там пропала овца, да? Вроде всех перебил. Ладно, пойдемте собаку спасем. Если я ничего не путаю, она вон там вот будет находиться. Нет, я путаю, смотрите. Она не здесь. А вот она, точно. Нет. Will that be the canine we were looking for? К сожалению, да. It's the missing dog. That poor old man's gonna be pretty upset. We should at least give him a proper burial.
Hey, wait. I think the dog has something in his mouth. It's some kind of leaf. This is a rather dangerous location for leaf hunting. I wager this decision cost the animal its life. Well, the least we can do is bring it back to the old man. It's too bad about that poor dog. This is gonna be hard for that old-timer to deal with. Be they dog or man, no living thing can escape their ultimate fate. That include you, Vice? In truth, I have never considered the question. I suppose at some point in time I may simply wink out of existence. Well, that sounds horrible. Say... Yeah? See here, lad. If I ever find myself departing this world... Quit being morbid, Vice. Besides, you can't die. You're made of paper. One can always hope, I suppose. Что, пойдем расскажем про собаку? Блин, ты мне опять дал, да, эту херню? Ладно. Here's your mutton. Oh, thank you. Please get that. I'm up. Some of they claim. Да отойди, ребенок, господи. Please get that mutton. А чё, я мата на что ли не набрал? Excuse me, have you seen the old man who lives here? You mean Granddad? He passed away. His heart finally gave out on him. Oh man, looks like he went with his best friend after all. Here, hold on a second. His dog had this leaf in his mouth when we found him. That's the herb Granddad used for his heart medication. Max must have been fetching it for him. Well, I suppose I owe you a great deal. I can't give you much, but... I hope you'll accept this. Such a faithful animal. You think Max and Granddad are together in heaven? I do. I'm sure of it. К сожалению, дедушка умер, не дождавшись собаку. Собака, по всей видимости, как раз отправилась на поиски лекарства для дедушки. Но погибла, не принеся лекарства, и от этого и погиб дедушка. Такие дела, грустная история. Но нам на сегодня нужно заканчивать наше прохождение Нир Репликант. Блуждать по квестам мы будем уже на следующем стримчике. А на сегодня все. Спасибо за внимание. Увидимся. Пока.